питомниках республики сейчас горячая пора. Идет работа по севу лесных растений для лесовосстановления. Твердолиственные и хвойные породы деревьев всего 300 тысяч саженцев готовят к посадке и в Табурдановском питомнике Канашского района. Ели лиственницы сосны. Двухлетний молодняк уже готов к новоселью. Совсем скоро этот зеленый десант высадят в леса. Молодняк пойдет на восстановление тех участков, которые наиболее пострадали от природных катаклизмов. Здесь мы выращиваем сосну, ель, лиственницу, липу, дуб, ну и кустарниковые породы для озеленения, тую маленечко тоже выращиваем для озеленения. Ну, ежегодно мы где-то порядка 300 тысяч стандартного посадочного материала получаем. Сейчас хвойные семена будем сеять, лиственницу, сосну, елку. Ну, как заметили, дуб и липу мы высеваем осенью. В каждой связке по 50 штук. В этом году партии сеянцев готовят заранее. В прошлом году в питомнике вырастили около 200 тысяч штук стандартного посадочного материала. В этом план выше, на 100 сеянцев. Специалисты отметили, что с каждым годом площадь лесовосстановления увеличивается, как и растет потребность в посадочном материале. К тому же, по погодным условиям в республике лесокультурные работы стартовали раньше обычного и, возможно, пройдут сжатые агротехнические сроки. Наталья Мальчикова, Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, Республика.